Сегодня югорские энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Он имеет более чем полувековую историю. Интересно, что торжество приходится на самый короткий световой день в году, поэтому именно сегодня работа северных энергетиков особенно заметна. Сотрудников энергетической промышленности Югры на своей страничке ВКонтакте поздравила Наталья Комарова. По словам губернатора, энергетическая отрасль в Югре активно развивается. В этом году в эксплуатацию ввели больше 300 километров линий электропередач. К сетям энергосбережения подключили 44 социально значимых объекта, а еще 41 жилой микрорайон, 24 садово-огороднических товариществ и 2 крестьянско-фермерских хозяйства. Также Наталья Комарова отдельно отметила меры поддержки энергетической промышленности, которые реализуют в Югре. Так применяют различные инвестиционные программы субъектов электроэнергии, строят стратегически важные объекты. Благодаря этому объем выработки электроэнергии вырос на 6% по сравнению с прошлым годом.